Здравствуйте, меня зовут Елена, и сегодня у нас в обзоре коллекция «Эссенция» испанской фабрики «Мейнзум». «Эссенция» — это колоритная коллекция с элементами состаренностями и этническими мотивами Средиземноморья. «Эссенция» — это коллекция настенной плитки из красной глины в формате 15 на 30 сантиметров. Цветовая гамма настенной плитки состоит из 6 цветов и включает в себя белый, серый, коричневый, зеленый и также синий цвет, который у нас здесь отсутствует. Нужно отметить, что цвет у плитки неоднородный, есть более осветленные участки, которые как будто выгорели на солнце, есть затемненные, особенно это видно по краям. Края у плитки с элементами состаренности, как будто с эффектами сколов. Поверхность у настенной плитки глянцевая, и при попадании света под определенным углом плитка бликует. Поверхность у настенной плитки с небольшим рельефом, глубина которого составляет примерно 0,5-0,7 мм. И у плитки есть своеобразный мятый эффект. В каждом цвете базовой плитки есть декор с мелким геометрическим рисунком. Поверхность у такого декора на основном участке такая же, как и у базовой плитки, но там, где есть декор с мелким геометрическим рисунком, ощущается небольшой рельеф по контуру рисунка глубиной примерно 0,5 мм. Толщина настенной плитки составляет 8 мм. Края у нее стандартные, как у обычной неректифицированной плитки. Базовая настенная плитка дополняется колоритными декоративными элементами с геометрическим рисунком, а также цветочным рисунком. На декоративном элементе видны элементы состаренности, как будто плитка выгорела за долгие десятки лет, которые она находится в интерьере. Поверхность у плитки отличается от базовой. На декоре ощущается контур каждого квадратика, каждого треугольника. И у декора есть такой же мятый эффект, как у базовой плитки. Поверхность глянцевая, при попадании света под определенным углом плитка бликует. Также в коллекции есть декор с цветочным рисунком. Его поверхность аналогична базовой плитке. Коллекция «Эссенция» предназначена для использования только во внутренних помещениях, так как эта плитка не морозоустойчивая. Ее декоративные элементы и цветовая палитра украсят интерьер в стиле лофт, если использовать только базовую плитку, а также, например, прованс или средиземноморский, если дополнить базовую плитку яркими декоративными элементами. На данном изображении керамическая плитка из коллекции «Эссенция» используется в кухне на стене. Цвет плитки соответствует общей цветовой гамме помещения, но пестрый рисунок декора позволяет сделать стену акцентной и выделить зону столовой. Это дизайн интерьера в средиземноморском стиле. Здесь керамическая плитка «Эссенция» используется в кухне на стене. Синий цвет базовой плитки подчеркивается контрастными декорами с этническим рисунком. Несмотря на то, что плитка винтажная, она сочетается с современными предметами мебели и освещения. Подведем итоги. Коллекция «Эссенция» — это настенная плитка из красной глины в формате 15 на 30 сантиметров. Коллекция дополняется яркими декоративными элементами. Она предназначена для использования только во внутренних помещениях и украсит интерьер в стиле винтаж, прованс или средиземноморский.